Старший кладовщик Курского мясоперерабатывающего завода Оксана Маслова родилась в Железногорском районе Курской области. В Железногорске провела детство и юность, получила среднее специальное образование, а диплом вуза в областном центре. Начинала свой трудовой путь на заводе «Кристалл» в городе Железногорске. Такое строительство, как мясоперерабатывающий завод, трудно не заметить. В 2016 году завод запустили, сразу же написала анкету и пришла сюда работать на завод. Меня приняли на должность кладовщика замороженного мяса. В 2017 году уже перевели на должность старшего кладовщика склада охлажденного мяса. Первый рабочий день меня завод поразил своим масштабом, потому что завод огромный, предприятие огромное, все автомеханизировано, все процессы налажены были, оборудование новое. Как бы вот это было все очень интересно, это произвело огромное впечатление. Работаю я на заводе день и ночь, вот такой мой график. В мои обязанности входит контролировать работу на складе, прием, учет, хранение продукции, погрузку, отгрузку продукции. Оксане Масловой нравится профессия кладовщика. Как человек системный, она вообще во всем любит порядок. Признается, что самое любимое в профессиональной деятельности – тот момент, когда все производственные задачи выполнены, когда все сделано правильно и в срок. Сложности бывают на каждом участке работы, но с таким дружным коллективом, как у нас, с прекрасными руководителями, прекрасные сотрудники, все слажено очень хорошо. По натуре Оксана лидер, человек активный, ответственный, с хорошими организаторскими навыками. Все это помогает ей выстраивать рабочие процессы на своем участке, ставить задачи подчиненным и контролировать четкое их выполнение. У меня в подчинении, например, 4 кладовщика, 3 карщика, 5 грузчиков. И как бы без лидерских качеств никак не получается работать. Нужно обязательно сказать, что сделать, как правильно сделать, что именно сделать. Сегодня на предприятиях группы компании «Агропромкомплектация» в регионах присутствия работает порядка 12 тысяч человек. И ежегодно лучшие из лучших сотрудников попадают на корпоративную доску почета. Когда они узнают о столь высокой оценке руководства, о признании внутри коллектива, реакция у всех разная, но всегда очень эмоциональная. Когда непосредственный руководитель сообщил Оксане Масловой, что по итогам 2020 года она на доске почета, то... Я очень испугалась в первую очередь. Почему-то именно меня выбрали, я не ожидала именно, что меня выберут. Узнала от своих руководителей, от Светланы Николаевны Мирошниковой. Она сказала мне о том, что меня выбрали на доску почета. Ну и, конечно, мне очень это польстило. В будущем, ну, я стремлюсь к личностному росту, все интересно. Опыт, конечно, интересен. Но сказать, что я хочу перевестись куда-то или пойти на другое место работы, нет. Меня полностью устраивает моя работа. Агропромкомплектация, конечно, это надежность, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, стабильная заработная плата, устраивает график. То есть мне нравится работать на этом предприятии. Оксана Маслова очень домашний человек. Хлопоты по хозяйству ей в радость. Нравится создавать уют и заниматься творчеством. Люблю готовить, также вязать люблю. Иногда рисую, читаю книги. Ее профессиональным достижением радуются близкие – мама и 2 взрослые дочери. Дочь у меня фармацевт, работает в аптеке в городе Москва. А младшая дочь учится в технике управления финансов на юриспруденцию. Оксана Маслова уверена, что у современной молодежи есть все возможности для личностного и профессионального развития. А тем молодым специалистам, кто выбирает сектор АПК, она советует не бояться трудностей, четко идти к намеченной цели и постоянно обучаться новому. Ведь прогресс не стоит на месте. Что ярко иллюстрирует пример флагманского предприятия группы компаний «Агропромкомплектация» Курского мясоперерабатывающего завода. We'll be right back.